Кинокомпания Nasreddinov Films представляет новый короткометражный фильм «Стрессоустойчивость камеры». Артём, короче, я нажал на съемку сейчас, она снимает сейчас. Сними. Так, подожди, я-то здесь. Понял. Итак, у тебя там нету ничего там, Артём? Где? Ничего там, мобильных, ничего нет? Нет, у меня только деньги. Ну, в принципе, там 5000, так что и похер на них. Вот. Так, значит, это мой брат Юрий Nasreddinov. Вот. Так что, я в камеру буду поливать? Ну да, ты будешь сейчас поливать в камеру. Вот. Я сейчас руку вот так вот сделаю. Вот, и ты в нее... подальше немножко. Вот, и прям фига сюда в объектив. Итак, вот, мы испытываем камеру на водонепроницаемость. Насколько разработчики японские оказались правы. Итак, сейчас кто-то получит очень сильных, сами знаете чего. Ну, это мы оставим за кадром, потому что, чтобы вы не видели, что будет с моим братом после того, что он сейчас сделал. Итак, дубль 2 на камеру. Я думаю, что лучше держи его прям вот так вот, и мы будем отдалять камеру. А сегодня я вам покажу не своего брата. Вы все уже давно знаете. А покажу я вам прыжки в воду с парашютом. Итак, раз, два, три. Она же специально сделана, чтобы...